Раз, два, три, четыре. Вы на старт вас вернулись. На старт возвращайтесь. Побывать в Ярселе, Тазовском, Номуренгой и других городах и селах Ямала теперь можно за несколько часов. Настольная игра «Ненецкая лайка. Достояние Арктики» – это карта региона, где каждый ход погружает игроков в изучение не только географии, но и истории округа. В каком населенном пункте Ямало-Ненецкого автономного округа 15 сентября 2023 года был открыт первый в России арктический центр сохранения и разведения ненецкой оленегодной лайки? Я даже знаю ответ. Это Аксарка, там, где мы сейчас находимся. И она же является финишной, крайней точкой игры. Как раз в Аксарке Владимир Лаптандер занимается разведением ненецких лаек. Говорит, без них кочевники, как без рук. Игра создана для чего? Чтобы чем больше людей знало про нашу лайку, про наш Ямал. Потому что наш Ямал – это самый известный регион, где вот лайки такие, олени. Именно работа Владимира Лаптандера вдохновила разработчиков на создание игры. Она рассчитана на компанию до 6 человек. 32 карточки помогают узнать о самом большом поголовье северных оленей или где расположена окружная столица. Мне очень понравилась игра. Там интересные вопросы, благодаря которым знакомишься с историей округа, интересными фактами. И я бы поиграла в большой компании в нее там, на какой-нибудь встрече с друзьями. Пока разработчики создали 10 копий игры, но в скором времени планируют напечатать уже тираж. Также в планах проводить турниры и соревнования, победители которых смогут посетить питомник. Алена Кушекова, Алексей Канев. Время Ямала. Аксарка.